живые трупы. Они везде. Они в шкафу у вашей соседки. В них встраиваются тела людей. Да так, что мы этого практически не замечаем. А иногда и завидуем, у кого больше трупов. Завладеть трупами – тайное желание многих властных женщин. Захватом живых трупов больше всего подвержены женщины. Каждая их носит с собой около 200-300 за раз. Шуба, не устраивайте из себя кладбище мертвых трупов животных.